Продолжим наш рассказ об Ахляме. Родился Ахлям Газалиев 28 декабря 1961 года в поселке Роза города Коркино Челябинской области и учился в музыкальной школе по классу баяна. Но когда вырос, получил профессию электросварщика и мечтал еще, по его словам, когда он только-только становился мужчиной, стать крутым барабанщиком. Срочно служил в Афганистане в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Там и увлекся сбором и исполнением под гитару солдатских песен. После армии организовал вокально-инструментальный ансамбль в родном поселке Роза и работал на шахте по специальности. Первые авторские песни Ахляма на стихи уральских поэтов Александра Гердана, Александра Драта, Михаила Батины, Тюнькина появились в начале 90-х. Сам стихов Ахлям не писал, но умел тонко чувствовать и музыкально чувствовать чужие тексты. В конце 90-х Ахлям был приглашен барабанщиком в одну группу и даже отправился с ней в Ленинград на запись нового альбома, но сотрудничество с этой группой у него не сложилось, и он вернулся домой. Но никак не мог забыть Ахлям слова музыкантов, брошенные ему вслед. Так ты и останешься сварщиком на своей шахте. Поссорились ребята. Он оставил работу на шахте, переехал в Екатеринбург, занялся профессиональной концертной деятельностью и написал несколько сотен песен. Ахлям Газалиев – лауреат региональных и всероссийских фестивалей военно-патриотические песни. Он сотрудничал со многими ветеранскими и творческими организациями, гастролировал по всей стране, а 14 мая 2009 года Ахлям Газалиев трагически погиб. Похоронили его на родине, в родном поселке.